Итак, здорово всем, Пашенди, тебе здорово. Так, ну и тебе, Дмитрий Андреевич, если ты вообще смотришь это видео. Что вряд ли, но вполне возможно. Итак, мы продолжаем. Ну что же, наконец-то мы добрались, мы прошли первый сезон и добрались до второго. Так, это очень хорошо. Мы начинаем с этой веселой ноты играть во второй сезон. А, кстати, продавец уже резнулся снова, он воскрес, он у нас живучий. Ну, он убивается с одного выстрела из-за того, что он обычный человек, у него нет ничего такого сверхспособного, такого. Лас-Плагас в нем нет, чтобы он... Ну, бы этих бы дебилов Ганадос бы с первого выстрела убивали, если бы они не были бы заражены. Ну, они заражены, поэтому мы их убиваем с множества выстрелов. Итак, вот отсюда начинается, с этого замка мы вошли в него, ну практически вошли, начинается уже второй сезон, первая серия. Надеюсь, что второй сезон я пройду так же успешно, как и первый сезон. Хотя в первом сезоне у меня было немало фейлов, но тем не менее. Посмотрим. Секундомер я засек. Вот он тикает. Где-то немножко спешит время. Ну да ладно. Так, этих дебилов мы убьем с винтовкой. Вот возьмем, перезарядим ее. Кстати, я оставил старую винтовку, хотя вполне мог это старье выбросить. Есть новое. На нафиг прям. Так, теперь осталось этого убить. Так, вот делаем хедшоты. Так, ну, эту винтовку лучше не тратить, так как у нас к ней очень мало патронов. Только если надо в кого-то стрелять издалека. А так лучше, конечно, ее не тратить. Сейчас будет одна небольшая катсценка. Так, готовимся. Значит, роликов я не знаю. По-моему, их в этой не будет. В этой части. Так, кто его знает. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Как страшно. Пипец просто. Как же мне страшно. Ну, стреляй ты уже. Вот аулы твои, вот тупые вот аулы. А что, ну говори Аиста. Если я скажу тебе Пашенди, ты скажешь Аиста, говори Аиста, я скажу вот аулы. Вот аулы. И вы с ним сижете с Кириллом. Ну правильно, что ж. Ну да ладно. Вот, бирюза. Хотя в одной из версий она называлась Велес. Это штуковина. О, пушка. Кажется, она все еще работает. Где-то должен быть механизм, который ее поднимает. Логично. Она же стоит вот на этой круглой херне. Так, ну хорошо. Но врагов не было, потому что мы их убили с винтовки. Как же нам и приходилось. И вот с этого момента начинают попадаться уже чуваки из замка. Сейчас надо постоянно двигаться, чтобы огнем они не попали. Ходим в специальные взрывающиеся бочки, чтобы эти дебилы взорвались и уже не смогли в нас стрелять. Так, так сделаем просто. Раз. Так. А, вон она бочка. А, не бочка. Мне показалось. Так. Самое сложное будет попасть вон того дебила, потому что он дальше всех находится. А вот, кстати, бочка. Если мы в нее... Давай, попадай. Yes, yeah. И да, детка. Какой-то лох. Блин, я вообще его не вижу. Ух, он в этой круглой стене, которую невозможно пробить. Ему невозможно сделать хедшот. Хватит, ну так бы еще. Он снова выстрела убился. Ну, второй сезон я тоже буду записывать на минут 20. Хотя второй сезон самый длинный. Вот тут рабу взять, конечно. Да, он самый длинный. Как я уже говорил, с этого сезона я буду как ты проходить, не буду грейдить оружие. Но бабочку все-таки думаю купить стоит, или может как ее можно найти. Ну ты мне подскажешь, потому что я никогда ее не находил, просто не знал, где она находится. Также мы сможем не покупать, а найти РПГ, как я уже говорил. Так что не стоит он так сильно. Так, осталась последняя фигня. Я посоветовал бы ее здесь оставить. Она будет только мешаться. Если на нее упадут хоть один раз, то она сдохнет. Если она уж тогда сдохла из-за одного прикосновения капельки огня, тогда, когда еще ехала такая здоровенная машина в конце первого сезона, то сейчас тогда подавно. Так, но мы берем винтовку.
И, ну и отсюда попасть, в принципе, ты можешь. Ну, блин, как? О, четко. Это хэдшот. Блин, эй. Чуваки, вы охренели. Куда ты ее понес? Да заплати сначала. Этого дурачка мы и так убьем. Да. Четко, прям через Эшли прям перекинули. Это было вообще четенько прям. Да, вот это в натуре дебильно сделали, это же попасть можно. Своего, ну зачем? Ну ладно, пофиг, в этой части это уже убрали. Так, ну а мы, собственно говоря, пробуем поднять эту фигню. Пусть нажимаем сюда. Нажимаем быстренько на кнопку. Хер знает какую кнопку, но пофиг нажимаем. Это он с F. Подняли, держи, стреляем, чтобы открыть вот те ворота, так как они закрыты. Леон, ты бы хоть проверил, может эти ворота уже были открыты, нафига ж ты стрелял? Хотя что я говорю, я сам же дебил, я же и не проверил, я же за Леона играю. Follow me. Follow me. А, кстати, хочу тебе сказать один момент, Пашок. Я вот сколько играю в Revelations 2, ну, Resident Evil Revelations 2, и только сейчас заметил недавно, то что там тоже можно, кстати говоря, оставлять игрока или просить его следовать за нами. Недавно узнал, надо просто нажать на F1. Как и в Resident Evil 4 тоже. О, опять ты тут. Я ж тебя убил. Ну ладно, ты нам еще понадобишься. Вдруг я бабочку не найду, буду тебя использовать. Возьму тебя, из тебя буду стрелять. Не понимаю, как у него вообще такое большое количество оружия помещается в его тупом халате. Или куртке, не знаю, что там у него. Подает. Так. Да, дороговато стоит. Ну, а чё, какая разница, дороговато, но это же мы ее продаем. Так. Бабочку. Ну, ладно, Пашень, ты мне, думаю, ты мне подскажешь. Так, винтовка, полуавтомат, ракетница, лекарства у меня есть. Улучшать я обещал, что ничего не буду улучшать. Да, в принципе, не знаю, может, можно улучшить у ружья скорость перезарядки. Это же не выстрел, это всего лишь скорость перезарядки, что там. Не знаю, если ты разрешишь, мальчик. Ну ладно, потом я тебя спрошу, когда ты мне это видео смотреть. Так, у нас разговор, слушаю. Как он говорит? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. You must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Что за? Just my luck. Почему прервалась связь с Ханниган? Пока мы тут, блин, пока они тут разговаривали, прохлаждались, мне тут Димыч Андреевич просто перезвонить. Так. Ну я не знаю, Димыч Андреевич это или не Димыч Андреевич, но вроде его лицо было. Так, ну а мы ему перезвоним туда, когда... Хотя ладно, Пашочек, давай для прикола сейчас я ему позвоню, поставлю на громкую связь, чтобы тут его было слышно в этом видео. Давай, Димыч Андреевич, если сможешь это видеть, то я тебе звоню. Так. Так, где-то там у меня. Звоним, я ставлю на громкую связь. Вот ты. Давай, говори уже, здесь будет слышно. Алло. Это Димыч Андреевич? Ну да, здравствуй, Кирилл Олегович. Что это сообщение прочел? Ты сообщение мое прочел? Да, прочел. Ну и чё ты? Так. Кирилл Олегович, ну как, может вы к Карине подойдёте, когда прогуляемся, пообщаемся? Да как тут можно подойти к Карине, если тут надо пройти сначала? Чего? Внизу ты слышишь? Скажи что-нибудь в видео-то. Не я должен один постоянно комментировать. Ну скажи там, всем привет. Всем привет.
Блин! Ё-моё! Когда? Сейчас. Я как раз к тебе собрался. Ну, арена, встретимся, уходим. Ты где? Ну, сейчас я видео запишу и встретимся, то чуть осталось. Ладно, ты где есть? Я сейчас иду около, мимо Пашкова дома. А, ну вот, когда зайдешь, я видео запишу, сколько там уже прошло. Ну, вот, смотри, если что, я жду тебя около входа в арену. Какого входа? Их два. А, ну ладно. Я потом позвонишь, когда дойдешь, не знаю что. Когда дойду, давай. Пока. И всем пока, Дэшич. Так. Это был Димыч Андреевич. Так, ой-ой-ой, блин, а. Нас сейчас засилуют. Так вот делаем. Да блин, ты сука. Ну, ёпта. Иди сюда, нет. Так вот делаем. Да. Отдыхай уже. Тварина, блин. Чё, хотел её унести? Ты чё, охренел? Бежи. Да беги ты. Дура, блин. Ты что такое-то? Попасть не могу. Так, что сделаем? Что ты, сволочь? Все равно. Кстати, я думаю, стоит этот меч все-таки взять. Погоди, как? Стоп. Не понял. Погоди. А, мы уже взяли его. Я что-то туплю. А, кстати, это. Можно прочесть. Давайте попробуем прочтем. Здесь потеряна книга. А, она ее невозможно читать. Это как Сонька не может диск читать, то же самое это не может читать. Кстати, а знаешь, я не понял одного. А чё их так мало? Я не понял, что в чем баг. Это был... А, нет. Блин, накаркал. Лучше бы их мало бы осталось. Шпинель. Ёпта. Сука. Ну что такое? Сволочи. Ну ладно. Блин, тупорылые. Сколько-то времени-то прошло. Так. Вроде 14 минут прошло. Надо бы успеть. Вот у нас золото. Не, ну реально, охренели. Охренели эти чурки. Ну ничего, сейчас мы с ними справимся. Тут прям вот так вот прям. Оп-оп. Забрать. Ну надо зайти в чём тут суд, надо поменять, короче, эти мечи местами. И тогда мы сможем выйти из этой фигни. Да, побежали эти дебилы. Эти замочные дебилы, они... Блин, что такое? Эти замочные дебилы, они в 100 раз хуже, чем ганадосы. Так, вставим, короче, сюда платиновый меч. Стоп-бот у меня уже. Так, вот делаем. Да блин, что такое-то? Отворите, комики. Или, как бы сказал, Дмитрий Андреевич, педальки. Нет у меня. Спасите. Ну что такое-то? Ну так нечестно. Я так не играю, блин. Это не изнасиловать. Не получится, ребята. Вот, кстати, огненную надо уже бросать.
потому что можно сжечь. Ты что, ты идите от меня нафиг? Ходи! Идет! Ну что ж такое-то? Короче, сделаем вот так, короче, тупо. Вот так вот сделаем. Так, да. И вот так вот еще сделаем. Так, сейчас мы... Блин, у меня одна аптечка осталась. Черт побери. Придется мне использовать что-нибудь помощнее. Вы шутите? Ты что? Да, блин, вот это фигня. Да что так сложно-то? Пипец. Это ультра сложно. Блин, а. Короче, тупо сейчас используем. Ну, для начала мы используем вот это. Блин, ну жалко, ну не хочу я это использовать, блин, огненный. Вообще заешь, блин, боюсь. Так вот делаем. Самое, блин, это вот бесит, блин, ты дебил, блин. Они как крысы с двух сторон набегают. Пошел ты. Ну да охренел. Живучий. Живучий сволочь. Мне вот траву дали, видишь, что у меня жизни мало. Сейчас его просто, блин, хочет, захочет пописать и уже умрет, потому что у него будет... Блин, еще там тот лох остался. На тебе, прямо по челюсти приехал. Короче, тупо сделаем вот так. Сейчас этот дебил один остался. Так вот, берем. Ё-моё, бежим! Он очень опасен для нас всех. Так, стоп, а где он? Где он есть? Ты где, чурка? Чучка, ты где? Вот сейчас будет самое опасное. Нельзя промахиваться. И где он есть, вопрос. Он что, туда что ли вниз застал, что ли ушел вниз? Нет, лучше не использовать винтовку, потому что... Из-за того, что я могу в него попасть, но... Он все равно может не разбиться, этот Лас Плагос. Тогда мне останется перезарядка. Уходи. Иди отсюда. Все, короче, убили. С нулем жизни. Все сдохли. Ладно, я думаю, надо вернуться к продавцу. Блин. Сейчас мы к продавцу вернемся. Так, сначала используем золотой меч. Так вот. Купим у него две аптечки, как раз у нас двоих. Может, ты не говори сейчас дерьмо, блин. Ты что, оп, аптечки покупаюсь, блин. Сейчас я надо покупать. Я могу тебе сказать даже, почему их надо покупать. Сам видишь по жизни, почему их надо покупать. Потому что мог сдохнуть. Почему одно лекарство? Вы шутите, ребята? Все за бред, у меня нет лекарств, или у меня есть лекарства? А, у меня же эта аптечка есть, я ее не заметил. Ёлка. Ну ладно. Пипец, я слепой. Ну ладно. Ну теперь это можно, конечно, использовать. Так. Это мы на себя используем. А это мы на нее используем. Все. И мы воскрешены, сука. Так, ладно, все, сколько времени мы уже проходим. Уже 21 минуту. Итак, ну что же.
Эта часть получилась у нас без роликов. Ну там, конечно, возможно один ролик, но мне будет очень долго ее обрабатывать. Мне и так сегодня еще одну часть обрабатывать, 12-ю переобрабатывать. Так что, вот, ну, в общем, за этой дверью нас ждет второй сезон, вторая серия. Она будет уже интереснее. Там уже будет ролик с МК Ассилиумом, кто не знал, с Луисом, и будет Степан ВТ, конечно. И, короче, это видео подходит к концу. Это был второй сезон, первая серия. Тут мы немножко подрокались чуть-чуть вот так вот на нафиг. Были на волоске от смерти, поговорили с Дмитрием Андреевичем по телефону. Надеюсь, его голос был слышен. Я тут пожрал немного палочек, вот так вот беру, да. Оп. Ну только все, я иду к нему. Я иду к нему в арену. И всем пока! Я пошел.